Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, и мои патроны. Патрушка не беда. Кончили мы вас туда. Грибочки просканировать не надо. Should I have command hub access now? Unless Sam's wrong, of course. All right, two towers going. Should get us into Meridian's main control room. Тут-то система, бля. It's working. По-любому тут будет замес. У меня... Опа. Пушка, да? Это типа винтовка, что ли? А чё, урон 40 всего-то? Зато скорострельность, блин. 850. Да, что мало, винтовка новая. Мне патроны бы идти. Jal needs to know what we learned about the Angara. I know. We'll tell Jal and let him decide how to spread the news to his people. Прогуляемся немножко, может, найду патрушки. Да, вот они. Так, контейнер. Ограничитель. Так, из-за места это, из-за места пистолета. Что, может, снайперку или дробовик? Снайперку пока возьмем. Так, что там за мельтешиво? Здесь пожмякать ничего не надо, да? Тут по-любому будет замес. Такое поле битвы, блин. С укрытиями. Вот там орёт. Так, там консолька у нас. Блин, серьезно, и вы тут? И ты тут? Ух, сколько вас тут. Нифига, меня тут изрешетили. Мельчишишка. Алло, прикрывайте, блин, или что делать? Бляшки. Отлично. Да, не то. Плохо присняли. Keep it up! We take them down, we take Meridian! Или в смысле турелька его добила? That's the last nice. Of them. Так, чё, мало боезапасов. Так, а это турель. Наша? Ваша? Ну, вроде наша.
прикольно. Ну. Шмякнулся, блин. Так, мягкий. Забирайся. Что-то можно просканировать тут. Либо ничего нельзя. Что-то музыка жуткая началась. А, повсюду эти корни, блин. Плесенью тут все покрылось, он грибочками заросло, блин. Так, наблюдатели. Забирай. Ну, мама, ты что тут делаешь? Я мучил вообще ноль реакции, поскольку там. А, ты там со своей братвой гуляешь. Выгуливаешь их, да? Да ладно, мы тут можем покемперить. Или типа они меня обходят. Да, походу они меня обходят. Сейчас как спину зайдут, да? Или тут они не пройдут. С кем они там дубасятся, стражами или? Их отсюда не видно. А, нету? Да, там страж. Здоровяк против стража. Эти маленькие все передохли? Почти. Маленький перебил. Страж надо турельки снести. Идет. Уще. Тут я разбил. Красиво. Добейте. Дрейка ничего не осталось. Прикройте спину, блин. Да, вы-ка. Тиммейты, вы мои напарники, блин. Толку нолят вас. Давай, Дарк, убей же его. Дай спрятаться. Иди отсюда. Покусали меня. Чуть не упал.
Беги. Ну, сколько у вас там, а? Так, я пошел стрелять. Не, не то, турелька работает. Так, еще один, да? Где они? Ой. Петра, ветра, крой. Долго перезаряд. А, я не пробил, попал в щит. Так. Готов. И, ну, блин, как вовремя щит включаешь, а? А, нас там двое. Мегапаук. А ты чё по мне-то сагрю сесть? Стреляй, он по нижнему, алё. На тему. Кукин сын. Так, а что, запчасти с них не это, ничего не осталось? Да, нет запчастей. What do you think we're going to find? No idea. Так, стоп. Ай, не долетел. Так, тут надо что-то просканировать. Что такое? А контейнер есть какой-нибудь? Есть. С железом 5 штучек. Мелочь, ну, приятно. Так, нам вниз, вниз, вверх, куда? Вверх. Блин, когда мы там доберемся до конца, то что там, меридиану нету конца, блин. Лабиринт какой-то. Ну, походу тут конец, хотя бы, ну, походу битва эпическая такая, да? Так, консольку нашел главную. Жмякать.
Translating. Connection lost. Meridian engine not found. Так, Сэма мы сможем это починить? Сэм, is there damage here? Can we restore systems like we did before? I'm sorry, Pathfinder. Systems are intact, but they are searching for a component that doesn't appear to exist. What do you mean doesn't appear to exist? One moment, Pathfinder. I have found something. Чего? Мы этого не понимаем. The opposition's weapon may cause widespread damage. All our weapons, our ships, will not be able to protect us. Protect my goal. We need to disengage Meridian from Command Core, which will remain here to draw fire. Meridian contains all the work of the Jardin. Nothing else matters. I will send it far. We can return one day. Continue the process of renewal. О, как. End of log. The Archon was wrong. This isn't Meridian. Meridian is gone. Меридиана нету. Да, let's go find it. Опа. Арт обстрел, да, начался. А что, башню собирается? Хулиганы. Так, везет утопленникам. Ну что, уходим? Get ready, we're getting out of here. Sam, find me another exit, away from the cat. There is no other exit, Pathfinder. However, the Remnant City is not without defenses. And this is its central command. Remnant defenses, of course. Use them Система against the обороны. Cat. Фоя. Какие там красивые взрывы-то, а? Меч Архонта. Правая рука его, да? Что-то там лялякает. Ну, это я пущу. Пожалуйста, мини-миниганчик. Так. Да не то, блин. Турелька работает. А ты чё, хей, бегел? Какой он... Алло, вы чё, не кройте вообще никого? Няни бы не покурекали. Меч убить, блин. И... Турелька, работай. Ой, блин. Если ни хера, прям вот из... Он гранату залез. Что-то не понял, а где мои покемоны? I can still smell that cat stench. Ира там броню вам напихали, блин. А, там меч Архонта был. Вот меня люди-то выхватили, блин. Дружище. Как вам, блин? Чё такое?
патруль как убасил, да? Так, Дар, пошел нафиг отсюда, подсасывай, блин. Это дюру дал. Пёрнул, бежал. Петра там, блин, на кукурочках ползает. Петра ветра. А, чё, обезьяна там. Дарк. Ещё подкрепление идёт. Пёсики пошли. Да, ты был. Это пизарята долгая. Так. Разряжай. Где там мой дробовичок? Ты улезал мне, чувак, у тебя напичкан дроби, блин. Опять дюру дал, да ты, блин. О, моя тройка все-таки она двигается. А чё ж ты раньше там двигалась? Ух, тихо, нет. Гори-гори, ясно. Ай-яй-яй. Уже этот посусина пришел. Завалили говнюка. Наш, наш. Ну это. Ага, быстрее, быстрее, подержи. Всё, он пришёл своей правой руки своего меча. Everyone accounted for. We saw everything from orbit. It was incredible. The entire city lit up. The scans went wild. And Ryder, the Ket are retreating. Whatever you did, it worked. Ну что, получили по заслугам. Это радует. Да, радует. A full retreat. That's a relief to hear. Any progress on Meridian? Have you got it working yet? This isn't Meridian, or at least not all of it. Hard to explain. We'll brief you later. So Meridian's gone, but shouldn't this thing know the nav point of where it went? Contact with the Scourge will have altered Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. Так, должно здесь что-то быть. All this remnant tech around us. The Jardin had to have a plan. I don't think they had much time for a plan. Well, if the Scourge is messing things up, maybe that's where we should look. What are you thinking, kid? I don't know yet. We'll have to think about it. You heard, Callow. The Ket are running from us. That just means we need to push forward before they can recover. We have to find Meridian. The real one. Sam, collect all the data you can. Radio the Tempest for extraction. This is going to take work. And it's going to take all of us.
Блин, а не зря, да, я просканировал-то всю эту систему, блин. Так бы сейчас улетели, я бы ее так бы не просканировал. И опыта бы не забрал, и ресурсов оттуда. Вот так мы все планеты посмотрели. Успел. Pathfinder, you seem well. Да, спасибо. We're all doing quite well here. Thank you. That is good to hear. This journey can't have been easy. Speaking of which, we know you defied us. You went from Meridian in direct violation of initiative orders, even though our reasons were quite clear. Yet, you were correct, Reiner. We should have trusted your instincts. You have proven time and again that you deserve the title of Pathfinder. I have never been so glad to be wrong. I appreciate your encouragement and your candor. I'm told there are still obstacles to reaching Meridian. The initiative stands ready to provide whatever support you need. Pathfinder. Окей, так, Меридиан, путь домой. Так, суйняшка наша там. Хочет, ой, что от нас, да? Очередной поцелуйчик, наверное. Это что, Ангара, Скверна, Реликвия. Так, поговорит Суфи. Суфи, подожди, Суфи, немножко. Надо закупиться. Закупиться мне нужно ключом шифрования. Вот этим вот. По одной штучке каждый раз дают. Мы эту одну штучку каждый раз забираем. О, еще одна штучка, да? Можно взять. Две штуки забрал, нормально. Так, титан. А что у меня 3000 надо, блин, это нафармить кредитов. Заняться фармом планет, поисследовать. Ну, там мы все без записи сделаем. Так, что у нас тут есть? Что здесь можно купить? Чем графит, железо. Кристалл. Все, да? А мне нужен минерал какой? Разработка. Броня. Так, как он называется? Кадмий. Необычный минерал, да? КД, короче. А такого нету, да, у него? Да, там не было такого. Минералы, так, да. Только графит. Кремний. Да, нету у него. Зато титан можно скупить у него. Весь. Что-то по 100 штук можно. А, я типа... Нихера стоимость. На, спасибо. Да, блин. Так, ладно, пойдем. С Суфи поболтаем. Extremely quick thinking for a human. You sound the perfect... There you are. Feels like I've been waiting forever. Meridian, set on a path its creators, disrupted by the Scourge, now lost. An unmanned ship is at the mercy of ocean currents. Now, think of Meridian as the ship, and the Scourge as the ocean. If we can somehow predict the currents and track them, we could figure out where the ocean's taken the ship. That's genius. The Scourge is the sea, moving objects around. It's not a precise analogy, of course, but it illustrates the point. Dr. Anwar's suggestion may indeed be our best chance at finding Meridian. The more we know about the Scourge,
the better we can predict how it affects the things it comes in contact with. We'll need better data. Probes for the Scourge and Garen star charts. The Initiative made charts of Helios from the Milky Way 600 years back. Perfect baseline. I can compare that to Helios at present. It'll give us numbers, but one set won't be enough. Sam, what exactly do we need right now? Readings from within the Scourge itself, collected by probes planted at key points. Once enough data is collected, we'll need Initiative resources for mining and analysis. Once that is done, I can build a predictive model that will recalculate Meridian's path. Ну, задумалась такая. Так, ну что, надеемся, что получится. Well, sounds like a fine plan. I guess we won't know for sure unless we give it a shot. Everyone's counting on us. Let's bring them home. Все, с няшкой поговорили. И теперь получены, так, данные из Скверна. Три штуки надо получить. Так, ну понятно, нам дальше лететь. Фига там Скверна расплодилась собра. И поддельный меридиан. Ну, вид шикарный. Так, ладно, друзья, здесь с вами остановимся. А продолжим в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. И всем удачи, и всем пока.